Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на сервере на реплей Центральный округ. Мой ник здесь Кирилл Подбулов, не забывайте мой ник при регистрации. Итак, сегодня будет интересная серия, связанная, в принципе, ну, с Газелью, да. Но она нам нужна будет для того, чтобы пробраться на военную базу, пацан. Да, давно такого не было. Я снимал, в принципе, подобную серию, как вы помните, но я тогда пробирался на парашюте. А сегодня мы с помощью Газели попробуем попасть на военную базу. Я думаю, это будет очень даже интересно. Так, давай сейчас фуру пропустим, хотя он, по-моему, бежает, ну окей. Блин, у нас газель, конечно, неприводная, что крайне хреново, как по мне. Ну да ладно. Я уже закупился, я купил масок, я одел бронежилет, в принципе. Осталось только купить оружие. Я не стал ехать там в Арзамас, как я обычно езжу, потому что вроде бы как в Батырево есть магазин оружия. Поэтому мы сейчас закупимся там. И уже будем пробовать на газели пробраться на военную базу. Ну и попробуем кого-то мочкануть, конечно же, если на нас будет нападать. Я на самом деле думал купить ядки, подойти там сзади, кого-то ёбнуть. Но это уже какой-то, блядь, не знаю, фильм уже какой-то я пересмотрел, походу. Да, вот, магазин оружия есть. Так, тормоза, конечно же, у нас галимы, потому что я их выключил. Да, я выключил тормоза, хотя они настоят. Кто не в курсе, что это за газель, посмотрите обязательно предыдущие серии по родине и посмотрите предыдущую серию, которая была перед этой, про рулетки. Она получилась очень классной. Вкратце расскажу, что эта газель была куплена на Бауринке за 200 тысяч. Я в нее вложил 1 000 000 и потом еще вложил, короче, газель за 2 000 000. Просто самая дорогая газель на сервере, вот это она. На ней стоит гидравлика, в принципе, на ней стоит нитро, на ней стоит все, что может стоять, просто все, что угодно на ней стоит, чтобы понимали, кто, возможно, не знает нашу газельку. Еще пару серий с ней выйдет, на самом деле. Наверное, еще вот это выйдет. И, возможно, еще одна или две выйдет. Я вот точно вам сказать не могу. Но посмотрим. Если вам она будет нравиться, то я продолжу с ней снимать. Но все равно через 3 серии, я думаю, мы с ней точно расстанемся. Она не останется со мной навсегда. Потому что мне там хотят вместо газели, короче, обменять газель на тигр. Поэтому буду, наверное, меняться все-таки. Но человек пока что уехал, потому что я откладываю, постоянно откладываю, потому что я хочу еще пару серий с газелью написать, поэтому я постоянно откладываю. Так, ну парашютом, думаю, не пригодится, это тоже не нужно. Ну, дигл, я думаю, тоже не пригодится. Вот дробовик, я думаю, нам нужен как раз. Так, пару патронов, я думаю, ну 100 патронов по-любому хватит, я думаю. Хотя, давайте запасом возьмем 150, это нам точно не нужно. Вот, вот это возьмем. Пару патронов возьмем. Да, я думаю, патронов 500, я думаю, хватит. Ну и, конечно, снайперская винтовка. Я думаю, возьмем 150 патронов. Я думаю, тоже с головой хватит. Все, можно ехать на ВЧ. Мы в полной экипировке. Так, я чуть не забыл самое главное, именно включить бинт. Я бы включил, в принципе. У нас, конечно же, все будет по РП. Так, вон там, по-моему, один чувак. Да, один чувак или два их там, я так и не понял. По-моему, их там два, короче. Вот наша газель неприметная такая. Не будем гидравлику поднимать, чтобы не привлекать внимание. Вон, кстати, еще одна газель какая-то стоит. Сейчас объедем, я думаю, сбоку попробуем залезть, чтобы нас не было так видно конкретно. Я думаю, да, сделаем таким образом. Так, я думаю, нужно, пора уже маску одеть, я думаю, да. Пишем маску. Так, одеваем маску. 10 минут нас не будет видно. Это хорошо. Так, я вот припарковался, заглушил двигатель, в принципе, и давайте пробуем перелезть через забор. Так, ну что-то нам... О, все, вообще изи просто, изи. Реально газель выручает тем, что на ней просто легко попасть на ВЧ. Так, я пробрался уже вот сюда дальше, потому что мы там уже все видели, а здесь сейчас бежит военный, по-моему. А, не, вон он дальше бежит, да, или он сейчас будет здесь пробегать? Не, он дальше бежит, короче. Мы, конечно же, можем убить, видите, там кто-то появился еще... Блин, это мусора. Меня на карте не видно, потому что у меня маска, как бы, поэтому... По-моему, машину взял, да, по-моему, взял машину и решил уехать отсюда, короче. Ну, ладно, пусть едет. Мы сейчас поисследуем дальше, в принципе, военную базу. Я думаю, лишним это не будет. Тем более, чувак уехал, значит, он нам мешать точно не будет. Я думаю, это хорошо. Так, а мы можем... Наверное, у нас нету пропусков ни туда, ни туда, короче, да?
Ну ладно, тогда побежали с той. Так, стоп, там кто-то идет. Там кто-то идет, так, давайте спрячемся. Надо спрятаться. Так, он в нашу сторону бежит. Это плохо. Это реально плохо. Так, у нас тут заваруха, короче, началась с чуваком. Но я пытаюсь его убить. У него хп довольно-таки немного. Так. Иди сюда, дружище. Куда ты пошел? Не, у него хп, блин. У него бронька тоже есть, я так понял, да? Поэтому он сейчас меня убьет. Так, я, по-моему, сейчас его убью, да? У него хп, да, мало. Блин, давай, 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 давай. Надо его убить. Я почти просто его убил, блин. Блин, тут появился еще один, короче, военный. Сейчас просто дикий замес реально начался. Надеюсь, я ему колеса пробил, он в БТР, короче, сел. Это реально жестко. Так, по колесам мы стреляем, короче. Чтобы он нас не смыл. Надо залезть наверх куда-то. Например, вот сюда. Ага. Блин, ну так нечестно, дружище. Вообще нечестно. Против БТРа просто я стреляю, реально. Это пиздец. Давайте бежим, ладно, сюда. Блин, их тут много как-то стало. Давайте просто так сделаем. Так, перекачиваемся. Вон они, короче. Так, давай. У него хп, по идее, должно быть мало. Ага, вон, у него полный хп. Вот сука. Фух, так. Ах ты, блядь. Бля, надо, короче, на близкое расстояние к нему идти. Потому что это не дело, блин. Так, меня двое стреляют. Вот сука. Так, быстрее надо него. Так. Ах ты, пидорас. На. Меня убили, короче. Да. Что-то в этот раз, короче, пацаны, я не выдержал. Но, блин, мы прорвались просто на военную базу. Против БТРа, блин, ну их, видите, много. Тем более, у меня скиллы вообще нулячи. Ну, я вообще, как бы, вообще не умею стрелять в криминалке, если что. Кто не знает, чтобы не писали там, ой, ты ноль и так далее. Блин, я вообще не видел чувака сзади, во-первых. Надо было все делать по стелсу, как в прошлый раз. Чтобы меня никто не видел, никто не слышал и так далее. И тогда было бы все заебись. Потому что в прошлый раз я просто спустился на парашюте и со снайперки всех там убил. По сути, да. Тут я пошел на пролом и меня убили, короче, да. Но думаю, вам эта серия понравилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I'd be crying.